Эта дорога ведет от дома Буанасе. Хоть по снежному лесу идем. Эффект. Какие замерзшие коты эти. Друзья, привет! Сегодня у нас новая камера, точнее старая моя Sony. Бутылки сдаем. Идем в лес с Павлом Мартом. Смотрите. Идите лес. А куда мы доедем? В общем, я сегодня с тремя сумками. У меня сегодня домки, F-Stop. Еще здесь ванс внизу. Дубовые методы не получился высадить дуб, да? Я пытался. Так вот это елочка в горшочке. Вот так у тебя елка или верба? Елка. Сейчас. Сейчас наоборот наше все. Сегодня пасмурно. Отличное время для съемки черно-белого и не только арта. Кругом ямы. С нами Павел Март и Фаёныч. Движемся поперек леса. Здесь уже все утоптали. Мы-то думали, что все будет девственное. Сейчас, блин. Все уже протоптано на санях. Да, пенсионеры. Желтый снег. Тут есть все. Желтый снег. Здесь, да, тропинка была. Вот, друзья, мы добрались, и посыпалось что? Фигня какая-то пахнет, но нас это не останавливает, потому что мы уже нашли, да. Мы уже нашли правильные объекты. Это офигенно, ты что, вот куда-то... Как называется? Вездеход. А? Кто придумал? Фаёныч, Баф Фаёныч. Крепится даже к корням, к чему угодно. Не, ну здесь тоненький совсем. Но, тем не менее, работает. Ну, с чего начинается процесс? Павел считает, что надо сначала... установить что-то, да? Я для вас нашел вот раз, два, три. И вот самый первый, который, второй точнее, увидел. Поэтому, ну, вы знаете, что моя тема. Тема такого лесного арта. Поэтому будем сейчас вас закреплять и будем смотреть, что получится. Ну, с нами, как всегда, вы уже знаете, F-Stop. Сегодня он почти пустой, но там есть всякие секретные штуковины. И одна из этих штуковин... Ой, это не домки. Конфеты прижили. Ну, конфеты уже заметил. Это, не спрячешь же от него ничего. Ну, в общем, пока ничего не снялось. Никак-то не идет. Павел нашел какую-то штуку. Грибы. Ну, есть такое дело, да. Сейчас попробуем не затоптать всю эту красоту. И поснимаем сейчас. Как оказалось, и зимой тоже. Да. Что-то вы какой-то мокрый, Павел. Я сейчас ухожу. Какой-то вы мокрый. Да. Я сейчас просто не хочу убирать камеру, потому что хочу потоптаться. И поэтому... У меня друг один говорил, знаешь, как в школе, да. Не топтаться, скоты. Не топтаться? Да. В лесу не топтаться. Ну вот так мы сегодня решили, не снимая камеру,
Ну, грибы я решил на потом оставить. Все-таки грибы найдут своего грибника. Ну, а мы сегодня продолжаем путешествие в темный лес, где елки. Вы знаете, что елки — это вообще хорошо. На них лапах всегда можно найти какой-то очень красивый снег. Ну и для фотографов, конечно, такой лес. Сегодня немного снега в лесу, потому что кто смотрел мое видео в 2019 году. Оу, ты здесь, что ли? А, меня тут научили, Павел меня научил, что, оказывается, бурелом — это плохо для фотографа. Ну, для тех, кто как арт, как я, снимает, наверное, хорошо. Но я там несколько объектов нашел, но пока что-то я не увидел какой-то игры. В общем, не дошел еще до кондиции, как вам сказать. Поэтому что мы ищем? Что мы ищем? Нам надо туда идти. Да? Эта дорога идет к дому Бонасье. Говорят, что к дому Бонасье идет дорога. Нам не туда. Слава богу, у нас есть человек, который знает, куда идти. Вот что мне нравится в этих штативах еще. То, что есть мягкие ручки. Потому что у меня руки сейчас задубели, пока я там по сугробам ползал. А так мягкие ручки берешь и вперед, как говорится. У вас есть мягкие ручки? Да. Мягкие ножки. В количестве двух штук. Да. Ну, все. Все есть в наличии. Ну, с одной стороны, да. Нарушили немножко экологию, но надеюсь, мы не будем сегодня опять через бревно это ходить. Или это другое уже? О, здесь красиво, да. Слушай, ну вот это мне не... Это я не могу пройти. Извиняйте. Ну, в общем, шли и увидели, что у Павла открыт рюкзак. Бленда, правда, не потерялась, слава богу. Так что все обошлось. Ну, раз пока мы идем. Сегодня у нас Фрёныч черный. Черно-красный. Черно-красный. С эндуро. Ну да, монотон. Ой! Вот отсюда, знаешь. Вот там есть кое-какой рисуночек. Прямо ярд нашел, увидел. Подожди, тогда вы сделай ты. Сам. Ну, сам. Подожди, я тебе могу просто это сам. А как я это вижу? Вот. Зрители тоже хотят увидеть, как видит Павел Март. Вот как-нибудь я бы, наверное, вот так сделал. Выше не надо, да? Ну ты вот, тронь, угусни. На открытый полностью. А, да? Мне кажется, надо все иголочки вручную, нет? Вручную, конечно, да, обязательно. Сделаем все это вручную. Так. Но дерево вот это не мешает левое, не кажется? А где нет? У тебя? Вот это у тебя? Да, это фокусировка. Когда держишь какую-то штуку и крутишь. Ну, можно просто вот так найти в фокус. А крутить. У тебя приближает? Я на приближение могу сфокусировать? Можешь, конечно. Вот нажимаешь кнопку и приближаешь. Вот это? Нет, вот кнопка. А. Так, нажимай. Нет, сейчас, во-первых, стоит отсрочка. То есть фокусировку, чтобы сделать, нужно... Сейчас покажи хоть, как Фавионыч снимает. Ну, хоть, давай, как... давай. Лицо мое. А, что это я? Да, давай, да. Так, вот фокусировка вручную. Но мне все-таки кажется, что здесь мешает вот шкала. Можно ограничение, кстати, поставить на моей Сигме. И сделать уже точно под иголки. Под иголочки, да. Вот так. Но дело в том, что все равно маловато, вот эти, да, мешают деревья, надо ближе отрезать. А у тебя сколько? 2,8. 2,8. А, ну да. Маловато. Так может оно размоется? Ты, ну, щелкни, ты давай. Туда наводи камеру. Сейчас сделаем по-другому. Чем хорош эндуро? А, давай повыше. Чем, да, хорош эндуро? Во-первых, мы можем сделать вот так. Раз. Ой. Во-вторых, это не максимальный размер. Делаем. Найдем твердую какую-то часть. Не, мне не нравятся вот эти сзади деревья, они, понимаешь? Ну они же как фон, я понимаю, даже но лесная. Тогда надо сделать, тогда полностью делать, фокусироваться на ближнем плане. Ну, вот на нем, я на иголках, вот на этих вот, на рыжих. Может закрыться побольше, нет? А ты можешь больше закрыться? У тебя сколько светосилы? Ну это 2,8, могу до 16, 22. А, ты имеешь в виду побольше, да, это, да. Нет, нет, больше не. Наоборот, мы задний план размываем. Сейчас посмотрим. Да не, хорошо, по-моему, да. Ну, его добавишь в посте немножко. Да нет, приглушишь, это приглушишь зеленый. Это я размажу. Да, да. Хорошо. Ну, мне кажется, оно, да, вот. Вы так думаете? Давай, пойдем. Пойдем. Геликон Фокус называется? Геликон Фокус, да. Удобная программа?
А вот я еще не пробовал. Ясно. Я хочу попробовать. Вот смотрите, что, друзья, что я нашел для вас. Видите, какой интересный ракурс. Здесь вдалеке елка, все внутри девственное и два корня. Мы будем делать три кадра. Один кадр будет сделан на дальний план, на открытый, потом на ближний план, на закрытый. И один я сделаю в качестве эксперимента, полностью закроюсь. Могу даже на 20, на 22 будет дисторсия, дисперсия, а на 16 будет, наверное, вполне. Так что на 16, на 13 можно будет сделать. Ну и получить результат. Мне все-таки кажется, что 2,8 как бы открытый, самый резкий. Смотри, там надо вытереть этот самый. Ты с поляриком? С поляриком. У тебя там капля воды, да? Но тебе все... Понятно, отмотает. Опять. Значит, опять та же история продолжается. Нет, да, мне кажется, туда снег просто попал. Конечно, мы же по снежному лесу идем. А, слушай, вот в воде все, да. Замяло. Да, ну все, я... Стой, открути. Может, а там посмотри под крышки, что? На открытие нарезку. Вот тебе на открытие ты и нарезку. Не смотришь ничего. Не следишь, значит, да? Да. Можно сказать. Получше? Слушай, тогда надо переснимать, по идее. Вот ты возьми сейчас просмотр, сделай, увеличь, посмотри, что это с резкостью. Ну ты давай, режиссер. Режиссер? Здесь нет режиссеров, здесь сам себе каждый режиссер. Да, слушай, ну обнаружили мы, короче, ребята, грязный объектив — это нехорошо. В чистом лесу грязный объектив — это неправильно. Это полярик. Да, полярик, тем более. Полярик, смотри. Ёжика нашел, смотрите, сносит. Ой, ё-моё, это надо снимать, друзья. Я тут небольшое сделал работу для... с участием фотографа в том числе. Он тоже, камера тоже является неким символом. Павел Март нам хочет рассказать про преимущество откидного экрана, или как там его называют. Да, очень, чувствую себя очень комфортно. Камера находится на уровне пуповины, да. Условно. Да. Да? И мне не надо ни садиться, ничего не в глазок смотреть. В режиме Live View просто испытываю дикий восторг. Да, ну здесь экран еще шикарный. Здесь экран просто работать, с большим разрешением. Все видно. Работать могу. Очень неторопливо, спокойно. Вот сейчас я делаю фокус-тейкинг. Значит, я сфокусировался на переднем бревне, потом там подальше вот деревья заметные. То есть я как бы смотрю, как взгляд зрителя идет. Три в одном. Да, три в одном. Ну, у меня, наверное, да. Здесь. Слушай, шикарное место. Да, вот что-то есть шишкинское такое. Да. Так, выключаю. Я тоже хочу. Я тоже хочу. Фаёныч тоже хочет. Да. Ну вот Павел говорит, что это на продажу. Мы нашли вместе очень интересную композицию. Это треугольники, так называемые, с поваленных деревьев. Здесь еще очень красивая елка. Сейчас мы найдем более точный ракурс. Здесь широко, да. Но... да. Нет, я снимать-то этим буду. Подожди-ка, а вот... ты пониже не хочешь чуть камеру? Ниже опустим. Сейчас вместе сейчас... да, елку надо, во-первых, пониже. Во-вторых, пониже можно сделать разными способами. Но у нас, поскольку эндуро, можно сделать вот так. О, смотри, какая вещь. Нет, не получится. Никуда. Не получится. Нет, тогда елку оставляем. Ну, пускай елку, да, ты можешь. Тогда ее обрезай нещадно. Да. Так, хорошо, хорошо. Просто видишь, они должны быть, треугольники все полностью видны. Вот, вот так оно. Весь... Тогда у тебя елка. И у меня в золотых, согласен. Золотых попадает, видишь, вот эта согласен. Часть. Ну, согласен? У тебя елка обрезана. Елка обрезана, да. А не вертикально. Ну, во-первых, можем сделать, попробовать, мы же тут все экспериментируем, поэтому мы можем сделать что? Наведемся на елку, сделаем такой размазанный кадр. Один вариант, да? С боки. Ну, треугольники ну. будут размазаны все. Ну давай, давай. Может давай. Не понравится кому-то. Делай поручное тебе, вот и. Сейчас собачка. А вот это попробуй. Куст этот меня поразил вообще, вот который наверху, вот этот куст большой. Он тоже классный. Вот он заходит, кстати. Да. Ой, да закрывайся ты побольше. Там дело не в этом. А что? Длинные выдержки боишься? Нет. Аккумуляторы. В самый обычно подходящий момент. Почему говорят, что аккумуляторов много не бывает? Пока у меня тут батарейки кончались. Ну, в результате мы сейчас выберем из этих кадров, не сомневаюсь. Мне очень понравилась вот эта ветка сама. Я хочу, чтобы она полностью попала. Поэтому мне важно очень, чтобы и ветка мне не мешала. Видите, вы видите наверняка, что мне мешает ветка. Некоторая ветка. Поэтому потерпите. Я хочу, чтобы все попало. Чтобы вся композиция была у меня с возможностью обрезать что-то.
Объектив, кстати, не очень чистый, друзья мои. Я вот про эту ветку говорю, что она вот меня ограничивает. Но ракурс именно с этого плана, потому что я хочу показать вот эту часть. Вот эта часть, чтобы зашла, чтобы вы понимали. Ну, и поляризационный фильтр у меня включен, настроен. Так что единственное, что надо сделать, это протереть. Могу сказать, одна голова хорошо в лесу, но, вы знаете, две лучше гораздо. Поэтому вот мы сегодня попытались вместить вот эту красивую корягу, вот эту елочку, которая здесь около меня. Ну и, собственно говоря, нашли некие треугольники формы. Вы знаете, что мы разными формами пользуемся, но треугольники казались сегодня тоже нам в помощь, и мы из них что-то соорудим. Ну и техника Color, конечно, мы не забываем про это. Я сегодня, видите, поленился. У меня даже камера сегодня насобирала там на светофильтр всяких пылей снежных. Ну, снег сегодня фантастически красивый, поэтому нисколько не жалею, что выбрались. И вам советую, рекомендую, выходите в лес, снимайте, потому что это то, что нужно для фотографа. С Павлом в очень красивое место с этой елочкой, совершенно фантастическое. И вот смотрите, вот этот вот грибной, не знаю даже как назвать, да, что это такое. Ну, в общем, углубляемся в чащу, в гущу чащу. Хоть мы и не одни, но здесь совершенно другое царство. Смотрите, какая красота. Красота! Оп. Да. Это стоит того, чтобы увидеть. Возник спор. Мы увидели дерево, которое похоже на то, что поразило молния. Видите, там внизу так развернуто, все разворочено. И вот мы думаем. Да, видишь, в середине, где... Нет, не макушка. В середине, где взрыв вот этот, видишь, как будто это обгоревшее все. Ну, не знаю, насколько это верно. Пока тут Павел делает какие-то махинации, не знаю, что он тут затеял. Мне надо пытаться очистить камеру, пока она совсем уже не перестала работать. Поэтому вопрос о каком-то чехле дождевом стоит актуально. Аккумулятор я убрал. Но пока я вешал тут, чтобы снимать, на меня все свалилось сверху. Здесь очень много снега. Сейчас теплеет в лесу, поэтому, соответственно, валится вода. Вода для техники, вы знаете, что не очень хорошее дело. Включено. Ну, итоги какие? Научились отличать говёза от елки? Да? Да. Поняли, что бабки... Дождь от снега? Да, бабки помогают сделать снежный арт иногда, да? Не всегда, но поближе немножко. Сюда. Ну, у нас есть тут еще. Я хотел мелкие взять чашки для горячительного, но мы горячительное сегодня не будем. Не будем сегодня. Не знаю, насколько там получилось. Ваше здоровье. Ваше здоровье, господа. Надеюсь, вы знаете, что делать для того, чтобы поддержать компанию Фавионыч Инко вместе с Павелом Мартом. Мы не мусорим, не сорим. Места много в стопе, так что. Ну, немножко желтого снега, но это. Ну, желтый снег это такое. Побочная деятельность, побочный эффект. Ну, такие замерзшие котлеты эти, конечно, котлеты. Замерзли вообще. А вообще надо брать горелку. Коли-то заснять. Это к вопросу о необходимом дополнительном оборудовании для фотографа. Надо снимать видео. Блин, ну все.
надо, знаешь, такими щипцами, как для сахара, для колки сахара, конфету. Ну вот, кусочек прям хороший. Так а здесь везде. Сейчас здесь в лесу, как я говорю, японское слово, темновато, влажновато. Это не то, что вы подумали. Поэтому есть свои, да, особенности. В лесу снимать сложновато, то что много очень лишнего. В общем, ждем от вас комментариев и пожеланий для экстремальной зимней съемки. Потому что это еще только второе или третье видео. А у нас сегодня зимнее первое, да, с тобой? Со мной, да. Да, сегодня с Павлом первое зимнее видео. Так что я думаю, что участников со временем увеличится. Слишком много леса тоже плохо. Должны быть какие-то перемены с полянками там. Павел, объясните нам, что вы хотите сделать? Что вы пытаетесь нам показать? Вы нашли какой-то новый ракурс? Сейчас покажу вам, ребята. Вот, друзья. Ракурс действительно интересный, но есть особенность. Здесь есть ограничения. Ограничения, касающиеся фокусных расстояний. Потому что на самом деле вот это вот дерево, которое наверху, да, вот видите, изогнутое, это те треугольники, которые мы снимали. Но в данном случае они уже как не треугольники, а что-то нечто другое совершенно. Павел тут, видите, пытается найти наиболее оптимальный ракурс. И мы сейчас тоже попробуем его найти с вами. Ну, и даже, может, поснимаем. Сейчас уже темно, значительно темнее стало, поэтому придется двигаться. Ну, а мы пока попробуем показать панорамную съемку, нам обещали некоторые люди особые. Да нет, подожди, что-то мне никак. Дождь пошел. Снег, дождь, то, что мы ждали. Наконец-таки это свершилось. Снег, дождь, дождь, снег. Да. Такой дождевой снежок. Что-то никак не найти. Ну, тогда просто банально я вот так вот сниму вот эту тропиночку. Банально это, ты знаешь где, в каких-нибудь там инстаграмах. У нас банальных съемок не бывает. Ну, тогда не банально. У нас все съемки исключительно по искусству фотографии. То есть никаких банальностей. Все по высшему разряду. Работа птиц, друзья. Дятлы. Здесь их много, мы сегодня слышали их множество. Как они тут работают. Ну а мы тоже работали сегодня для вас. Ну, можно так. Мы тут вспомнили про волокуши. Вы знаете, что такое волокуши? Что такое волокуши? Это такие специальные санки пластиковые, на которые можно было все сложить, ну и тащить сзади себя, грубо говоря. Да, дополнительный скарб. Да, скарб. Там, или То есть ты несешь рюкзак и еще, да, к тебе... И так... сзади еще. В общем, если вы хотите забрать с собой, там, не знаю, пол студии вынести, да, в лес. Нет, ну это когда экспедиция, несколько дней. Экспедиция. Там оборудование тяжелое. Ну да, свет. Стационарные, свет, батареи, да, аккумуляторные, да, эти, как его, горелки. Шило. Ну что я вам скажу, друзья, потемнело в лесу, но проверим заодно, как снимает моя вторая камера. Мне очень понравился сегодняшний поход, не знаю, как вам, жду от вас комментариев, жду от вас каких-то советов, может быть, вам что какие-то темы будут интересны, зимние приемы, которыми я пользуюсь, не только я, ну и, может быть, что-то мы придумаем необычное, новый какой-то жанр.